Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов поздравил с праздником Наурыз мейрамы руководство и персонал ведомственного госпиталя с поликлиникой. Работники ведомства несут ответственность за здоровье полицейских и военнослужащих региона, их готовность к обеспечению законности и правопорядка. Люди в белых халатах встретили праздник в национальном стиле. Надели костюмы, украсили помещения, приготовили блюда разных народов, чтобы подчеркнуть этническое разнообразие и единство этносов Казахстана. За активное участие в праздновании Наурыз мейрамы коллективы медиков поощрены в номинациях «Весеннее настроение», «Дружба народов» и «Кен Байтак Казахстан». Украсили мероприятие песни и кюи, исполненные творческим коллективом Культурного центра областного департамента полиции. Издревле тюркский народ встречает самый главный весенний праздник Наурыз. Сегодня в стенах нашего госпиталя мы накрыли богатый дастархан. Представлены разные национальные блюда. От администрации госпиталя поздравляю всех казахстанцев с наступающим праздником Наурыз. Желаю здоровья, достатка, мирного неба над головой. Наурыз кутты болсын.